«Сюк-сюк-ковава». О тружениках села поется, пожалуй, в самой известной мордовской песне. Трудолюбие этому народу не занимать, а потому мордва всегда умела и хорошо поработать, и знатно отдохнуть. Вот и на праздник, устроенный местной мордовской национально-культурной автономией, собрались соседи, представители самых разных национальностей, проживающих на самарских просторах – мордва, чуваши, татары, башкиры и русские. Мы собрались для того, чтобы все вместе еще раз озвучить то, что мы все живем на самарской земле, что мы являемся патриотами и любим свою землю, что история мордвы непосредственно связана с историей нашего города, с становлением этого города, что мордовский народ очень гостеприимен. «Мы разные, но мы вместе» – эти слова звучали со сцены как минимум на 5 языках. Песни, танцы, стихи, видеозарисовки – то, чему не нужен перевод. Потому что главная мысль и так понятна всем присутствующим – соседи должны дружить. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, душой мы все едины, живем на самарской земле. Мысли у нас все едины, чтобы мир был, чтобы благодать Божья была. Чтобы дети наши росли в мире, в дружбе, ведь они учатся в школе, в институтах и должны учиться вот этому миролюбию. Когда мы начали познавать мир, мы уже видели, что рядом с нами живут такие же люди, но почему-то они говорили на других языках, но они такие же дружелюбные, такие же порядочные. Мы все говорим на разных языках, но мы едины. А пока на самарских просторах слышны голоса разных народов, можно с уверенностью сказать, что программа «Самара многонациональная» в нашем городе реализуется весьма успешно. Юлия Чернеева, Василий Колдашов. События.